приветствую вас на канале Animal History. В районе Бейкос в Стамбуле, Турция, прошли сильнейшие ливни, которые переполнили местный канал, и большая вода пошла на улицы города. Когда спасательные команды отправились на поиски пострадавших, они увидели плывущую в потоке собаку породы золотистый ретривер. Пес был уставший и уже почти выбился из сил. Еще немного, и он бы утонул. Спасателям удалось вытащить пса из воды, как позже выяснилось, его звали Лео, посадить в свою лодку и доставить в безопасное место. Когда собаку вытащили из лодки, пес был настолько обессилевшим, что даже не мог стоять на лапах и лег на асфальт. Он также промок до нитки и мелко дрожал. Вокруг собаки сразу же собрались местные жители и стали гладить ее и жалеть. Потом собаку осмотрели, чтобы проверить, не ранена ли она. К счастью, помимо усталости, у Лео не оказалось ничего опасного для здоровья. Собаку хорошо обтерли полотенцем, а потом доставили в приют для животных. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.